Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Инди-хоррор мы посмотрим в который раз игру SCP Containment Breach. Это версия 0.6.1, в которой добавили кучу новых монстров, добавили кучу новых событий, добавили кучу новых комнат. То есть нас ждет море всего нового. Поэтому давайте начинать. Я думаю, мы не один и не два раза помрем за время этого небольшого летсплея. Но, тем не менее, посмотреть интересно. Эта игра всегда манила как-то чем-то таким, не знаю, непонятным, интересным. Ух ты, новый загрузочный экран. Насколько я знаю, даже само интро переработали. То есть, если раньше мы оказывались около комнаты со 173-м, то теперь нас ждет какое-то сюжетное вступление, что ли, я не знаю. И вроде как появилась возможность сохранять игру, что меня радует. Но, с другой стороны, это серьезно так убивает атмосферу, если раньше ты понимал, что каждый твой шаг — это путь к смерти, то теперь у тебя будет возможность подстраховаться. Так, ну, начинаем. Супер, я в какой-то комнате. А, ну это камера содержания, теперь мы отсюда начинаем. Так, что у нас тут? Так, короче, мы испытуемый, наш номер D9341. Please step out of the cell. У нас, говорит, для тебя работа. Выходи из камеры. Just follow me. Следуй за мной. У нас приказ на уничтожение. Не пытайся делать что-то глупое. Анимация у тебя, конечно, как будто ты в штаны наложил. Добрый день. Ты посмотри, сколько тут этих камер. Это все испытуемое. Так, ладно, бежать лучше не стоит, я думаю. Офиса. Ну, графика по-прежнему не вызывает особого восторга, но тем не менее для инди-проектов вполне себе приемлемо. Вот и вот. Следуй дверь и подчиняйся инструкциям из интеркома. А, ну вот, кстати, музыку добавили. Вот мы, кстати, и здесь. Та самая злосчастная камера, с которой все и пойдет. Внимание, персоналу класса D. Пройдите в камеру содержания. Хорошо. Вот и ты. Приблизьтесь к 173-му для тестирования. Вроде как какие-то проблемы с контролем дверей. Двери не отвечают. Поэтому сохраняйте зрительный контакт. Это я помню. Ой, твою мать. Твою мать. Надо было идти назад. Уходи. Блин, да как так? Ну, как я и говорил, короче говоря. Отлично. Так, хорошо. Тебя будут звать два. Давайте пропустим интро, чтобы по второму разу не смотреть. Все равно тут же окажемся. Хорошо. Блин, ну как-то он, я не знаю, как-то по-другому, что ли, начал действовать. В результате просто убил нас. Мы же смотрели на него. Как он приблизился вообще? Скотина. Так, что еще? Долго грузится, кстати, игра. А, это новый SCP, похоже, 372. Так, во время прорыва всему персоналу рекомендуется сообщать о любых движениях на краю глаз. Так, отлично. Ну, то есть в поле зрения. Надо валить. Так, какие-то новые комнаты. Произошел прорыв объектов класса Кетер и Евклид, то есть самых нехороших, и по базе. Так, понятно, противогаз. А тут, скорее всего, описание 173-го. Ну-ка. Да. Это мы знаем. Не моргать при нем. Он приближается в эти моменты и ломает шею. Как тут сохраняться, кстати говоря? Вот, F5, отлично. Супер! Опять эти коридоры. Видеокамера. Так, мне уже тут не нравится. Ладно. Что это было вообще?
Я даже не понял, меня убивает в этот раз просто со страшной силой, ну. Так, хорошо. Попытка номер три. Это, похоже, как раз этот таракан непонятный был, который на границе поля зрения. То есть он именно двигается на краях нашего зрения, и у него такая ловкость, что он, то есть, не успеешь за ним следить. Нужно как-то... А как мне его пройти тогда? Интересно, девка пляшет. Так, ну. Я ничего не вижу. Жутко просто до усрачки. Так, я слышу. О-о-о-о. Понятно. Так, надо проморгаться. Отлично. Тихо, друг. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Тихо. А. Ой, 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 он у меня за спиной, нет? Ой. Так, куда я иду? Мне не нравятся эти звуки. Твою мать, ты тут что ли? Да как ты тут оказался? Ты же один... Ой, твою мать. Как мне пройти-то мимо тебя? Так, тихо. Тихо, дорогой. Тихо. Я не знаю, как тут что устроено, куда мне двигаться вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, куда мне идти? Я попал. Ой. Блин, так страшно, мне в той игре не было. Число. Я в тупике. Сейчас он. Как мне выйти-то? А вон там вроде выход, там была дверь. Пусти меня, мне хана. Я не смогу выйти. А следующее моргание у меня все, убивай. Хорошо, все, я в тупике. Я не могу никуда выйти. Я сейчас повернусь, и он меня убьет. Но он пролезть не может, да? Кстати говоря. Ну да. Так, ну что? Остается грузиться. Блин, я просто визжать начинаю уже. Вот так, я отвернулся. Ты ничего не сделаешь. У тебя нет власти надо мной, поганец. Ну и я не могу выйти. Все, да, я специально это сделал. Фух. Просто отвратительно у нас все идет, я не знаю. Я так не пугался давно. Я хотел каких-то новых монстров посмотреть, а эта тварь просто продолжает меня убивать. Так, SCP-513. Так. Это, по-моему, тот, который разлагает и проходит сквозь стены, то есть разлагает абсолютно все, вплоть до цемента. Таким образом передвигается сквозь стены. Кодовое имя. Старик, по-моему. Так, хорошо, ладно. Все у нас будет хорошо. Опять эта бабайка там стоит, небось. Так, ты тут. Все в порядке, мы привыкли. Сейчас мы отойдем маленько назад. Проморгаемся. Все, мне хана, я не могу двигаться. Да, блин, ну что ж такое. Короче говоря, дверь за мной просто заперлась. Закрылась, то есть. Ну понятно, я нажал кнопку, и она закрылась, да. Я, походу, далеко не уйду сегодня. О, эта игра продолжает меня убивать. Я не помню, чтобы она была такой смертоносной, как в последний раз, когда мы ее запускали. Блин. Что самое плохое, то что я уже напуган до усрачки просто. Ладно, сейчас выберемся. Ну, давай. Попытка номер 4. Бегом. Моргнули. Ты тут? Я нажимаю кнопку и аккуратненько сваливаю, как и положено в нашем случае. Отлично, мы тут. Я нажимаю F5, сохраняемся, потому что по-другому у нас что-то вообще не получается.
Отлично. Так, сейчас он перегородит мне проход. То есть вне поля зрения он, походу, двигается как хочет. Отлично, я не могу пройти. Мне нужно его маленько сюда. Так, опять он перегородил мне весь проход. Да блин, ну ты даже на такое расстояние действуешь, что ли? Много переработок в игре. Просто я не знаю. Ну ладно, по крайней мере, мы тут сохранились. Это какая смерть уже, я честно разбился со счета. Короче говоря, нужно делать что-то, блин, с этой комнатой. Я пока что не понял, где выход. Но я подозреваю, где он. Но, блин, елки-палки. Так много раз умирать мне в этой игре еще не приходилось. Она просто, я не знаю, то ли стала сложнее, то ли мне не повезло. Потому что, я напомню, тут все случайным образом создается каждый раз, когда запускаешь игру. И в этот раз, похоже, игра была не очень мила со мной. И решила меня помучить. А, вот лестница, смотри. Так, ну-ка. Нам нужно полностью все обойти. Угу. Так, отлично. Я надеюсь, там наверху никого не будет. Потому что я сейчас просто в таком случае... Смотри, вон она. Тихо-тихо-тихо. Фу, так, сохраняемся. Блин, я постоянно нажимаю скип. Может, я зря это сделал? Класс безопасный. А, это же эта штука, подожди. Блин, нам нужна ключ-карта. Блин. Ну ладно, мы сюда, может, вернемся как-нибудь. Хотя не уверен, что я захочу возвращаться в эту комнату. Наверх не лезет, вроде. Хорошо, мы выбрались. Это было не очень просто. Но мы это сделали. Так, а в офисах у нас в прошлый раз никого не было. Но это явно не прошлый раз. Так, датчик движения. В прошлый раз он работал кое-как. Какие неприятные звуки, ты посмотри, а. Так, ну как обычно, я ничего понять не могу. То есть его можно починить с помощью той улучшательной машины, которая у нас улучшательной. Которая у нас была за той дверью. Так, 106. Так, короче, ну это как раз тот, который проходит сквозь стены. Отлично. Ключ-карта. Какой уровень? Уровень 2. Мы сейчас можем вернуться назад, я думаю, к этой машинке. Давайте попробуем, почему бы и нет. Кстати говоря, блин, надо почаще сохраняться. 173-й, ты здесь, нет, урода кусок. Так. Блин. А какой же ключ нужен? У нас карта 2 уровня, уже неплохо. Эту дверь тогда я, пожалуй, закрою. Мало ли что там. Можно пойти сюда, но мы пойдем дальше. По этой стороне. Так, тут у нас очередные документы, мы их читать не будем. Были бы они на русском, было бы интереснее, конечно. А так, пока я буду переводить, будет рушиться атмосфера. Так, отлично. Это что? Евклид, 372-й. А, это, по-моему, вот это как раз на границе поля зрения, нет? Тихо. Он где-то... Где-то рядом. Я его слышу. Так, и зачем я тут вообще? Тут же нет ничего. Ну, вроде как он... Не атакует меня. Хорошо. Бумажку взял зачем-то. Ладно, валим. Что-то
бы и нормально, но... Ой, блин, меня аж передернуло всего. Так, класс Эвклид. Создание неизвестного происхождения, примерно в 2 метра в длину, а с головой... А, от головы до хвоста весит примерно 45 килограмм. Длинное худое тело с 9 парами конечностей. Короче, его мускулы сокращаются настолько быстро, что он очень быстрый и очень точно двигается. Так, ну, в общем, то самое, что я говорил. Он постоянно на краю поля зрения, мы его не можем заметить. Он постоянно двигается с такой скоростью, что просто обалдеть. Ладно, пойдем в другую развилку. За дверью слышу 173-й. Так. Он идет? Так. Ну ты же медленный. Я устал, блин. Валим, не оборачиваемся. Ой, твою мать. Давай, ну что ж ты выдохся. То есть он через любую стену может так проходить? Открывайся нахуй, тварь. Ой, блин. Это капец какой-то, ребята. Я не могу в эту игру играть. О, блин, у меня... Я чуть... Блин, сердце не выскочило. Как вообще мне пройти это место, если тут находится этот гад, а там находится... Ой, блин, там у меня еще девушка отбивные делает. Слышите стук? Офигеть. Короче говоря... Последняя попытка. Я честно не могу, честно, в нее сегодня играть. Завтра еще попробую. Так, ладно, там мы были, там ничего хорошего. А тут у нас... Ты не будешь появляться в этот раз, верно? Нет, не будет. Проходи сюда, мы тебя сейчас обойдем и быстренько двинем. Интересно, сколько ему нужно, чтобы он отстал от меня? То есть сколько времени? Может, я вот тут вот от него отделаюсь? Блин, еще бы света, конечно, побольше. Идет, я слышу, вернее вижу. Вижу его глаза. Так, нужно отдышаться. Ну что ты хочешь-то от меня? Кстати, говорили, если ему попасться, то он нас затащит в какой-то коридор, из которого невозможно выбраться. Может, попробуем? Хотя, мне кажется, может, это не он вообще. Ну-ка. Нет, он просто убивает. Или нет? Офигеть, это правда. Какой же жуткий коридор. Это просто ненормально. Я, честно говоря, уже давно отвык тематике SCP. О, да как мы наклоняемся-то. И сейчас это все торкает еще сильнее. Потому что... Рекомендую всем спрятаться, потому что нас правят. Так, ну ладно, сохранимся. Это что-то интересное произошло. Внизу я слышу. Так, ключ-карта нужна. Хорошо, давайте сюда-то пойдем, что ли. Где оказался-то вообще? Ох, офигеть. Это просто, по-моему, невозможно. Я, кстати, не ожидал, что будет вот именно так все. Так, что тут? Передача звука. Ну, я, честно говоря, ничего не слышу. Просто представьте, что это вы тут находитесь. Так, включим передачу звука. Ох,
Ставь обратно. Выключи, выключи. Я не могу его выключить. Вашу мать, что я наделал? Так, ладно. ЛОХД, электромагнит. А, мы его, походу, вырубаем электромагнитным импульсом. Это он лежит там, да, такой? Обалдеть, это что было? Это было настолько жутко, что я просто... Так, хорошо. Ключ-карта. И как я отсюда выберусь, если нам нужна ключ-карта? А, подожди. Уровень... Может, мне... Я, честно говоря, не помню. Так есть же у нас ключ-карта, почему он... А, вот, блин, так же. Может, мы тогда могли в том... Опять ты, твою мать. Ой, вы видели? С краю экрана. Так, я сохраняюсь. Нажимай кнопку. Блин. Валим, 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 валим. 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 Он прямо надо мной. Вон двигать сюда. Я не хочу спиной проходить. Я надеюсь, ты не выйдешь. Так, и чё, где я оказался? Сохраняемся нафиг. Видели, на краю экрана пробежала еще эта хрень. Я просто в большой-большой жопе. Электрический забор. Они явно не хотели, чтобы кто-то отсюда выбрался. Так, и что тут еще есть? Ну, собственно, кроме вот этого входа, тут больше ничего и нет. И чё я... Что я делаю тогда? Давайте попробуем к нему зайти, что ли, потому что другого выхода у нас, как видите, нет. А уж следующий заход, пойдем дальше. Блин, ну это было настолько жутко. Так, дверь я не открываю. Нет, я не могу этого сделать. А, вот, смотри, дверь. Или это, подожди, это же та самая дверь. Ну да. Другого пути у нас нет. Сейчас он появится прямо передо мной. Это я просто вас предупредил, чтобы у вас истерики не было, как у меня. Так, ладно, отдыхай, братюня. Ну что, я, похоже, в западне какой-то, потому что выбраться отсюда я никак не могу. Тема не опускается. А, ну мы можем теперь сюда пойти. Тут же у нас тоже не пускали нас с помощью этой ключ-карты. А я просто не умел ей пользоваться, забыл, как это делается. Так, хорошо. Обзорная вышка. И сюда мы используем свой четвертый ключ-карту. Так, сохранимся. Опять ты 106. Это что за дверь? Открывается. Какого хрена? Так, ладно, с той стороны что? Тут как-то поспокойнее, да? Ой. А, меня убило, что ли? Так как так? Я же далеко стоял. Понятно. Ладно.
Так, хорошо. Блин, я говорил, что это последняя жизнь, но что-то так интересно, что я решил продолжить. Давайте еще маленько поиграем. Потому что это было глупо. Эта смерть была просто вообще неоправданная. Я стоял в метре. Ну, не знаю, может, там дуга пошла, я не знаю. Фух, блин, ну офигенно, столько всего нового ввели, это просто обалдеть. Игра просто преобразилась. Поначалу, конечно, мы поумирали достаточно много раз. Но чем дальше, тем лучше. Так. А может сюда заманить кого-то можно? Ну. Бегом! Нет, сюда мы не пройдем никак. Понятно. Хорошо, тогда пойдем туда. Лады. Персонал класса D рекрутируется из заключенных тюрем. Понятно. Отлично. Осталась у нас одна дорога, но там такие неприятные звуки были, что мне, честно говоря, туда не сильно хочется сейчас. Ну, посмотрим. Куда в интересное место выйдем. Блин, я не знаю, честно говоря, для чего вообще эта электрическая штука. Ну, понятно, это там протоколы безопасности. Но как мне про... Там что-то определенно лежит, да, на полу? Твою мать. Я не знаю, что это за хрень. Знаете, я как-то даже знать не хочу. Он живой. Тихо, тихо, тихо. Ой, ой, как темнеет. Какая жуткая тварь. Он по-прежнему сидит. Так, я, пожалуй, закрою дверь. Что-то у нас ВПС просил на секунду. Сохранимся. Доктор Мейнард. Доктор Гирс. Код. Нет. Короче, теперь бумажки оправданы. Вот это чтение. Может, на каком из них будет код? Блин, я никуда не могу попасть. Сюда не могу. Это наверняка можно как-то это все вычитать. Давайте выкинем вот эту вот батарейку одну, чтобы не мешалось. Жалко. Так. Нормально, все в порядке. Надо было проморгаться сначала. Ой, 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 ой. Ой, ой. Ой, ой. Какие... Ай! Ого, вот тебя-то нахрена, блин, все разом. Сначала таракан пробежал на границе зрения, потом этот хрен вышел из ниоткуда вообще. Ну и где я окажусь? Ох, блин, это просто капец какой-то. Но это лучшая игра по SCP. Она гораздо лучше всего, что есть. Это просто невозможно круто. Куда я иду? Что происходит? Эм.
обычно. А, это то есть тут можно найти выход отсюда, да, как мы в первый раз сделали? Или как? Тупик. Тупик, тупик. Вообще круто. Все, я попал. Да. Поздравляю вас, дорогие зрители. Мы оказались просто заточены навеки в этом непонятном месте, вне измерения, похоже, времени и пространства. И выхода у нас отсюда никакого нет. Ну что ж, я обязательно вернусь к этой игре. Мне стало интересно. Напишите, пожалуйста, коды там к этим дверям докторов. Если мы их еще найдем, то мы обязательно узнаем, что же там такое есть. Это было просто круто, несмотря на то, что поначалу нам пришлось достаточно много раз умереть. Согласитесь, это было что-то с чем-то. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Увидимся в других инди-хоррорах. Всего хорошего. Пока-пока-пока.